в этом видеообзоре я покажу еще один вариант купольной камеры обманки, или как ее называют, камера муляж. Предназначена она для внутренней установки, является копией реально существующей камеры видеонаблюдения купольного типа. Значит, питание камеры осуществляется от двух батареек пальчиковых, от которых она может работать на протяжении примерно 6-12 месяцев. У нас такая камера продолжала мигать даже спустя 1,5 года. То есть энергопотребление очень маленькое. После установки батарей пользователь может выбрать, какой из режимов ему подходит. Либо просто она может стоять вот так вот, либо если нажать на купол, активируется вот такой вот мигающий красный светодиод, который имитирует работу настоящей камеры и привлекает внимание злоумышленников. Вот так она работает. То есть достаточно недорогое, можно сказать, копеечное решение для того, чтобы минимально обезопасить свое имущество от злоумышленников. Можно использовать как самостоятельно эту камеру, так и в комплексе с уже существующими системами видеонаблюдения. То есть недорого, можно расширить, дополнить свою систему наблюдения вот такими муляжами. Для того, чтобы отключить камеру, необходимо нажать еще раз на купол. Крепление шурупами, завинчиваются два шурупа, потом камера подсоединяется, проворачивается и все фиксируется вот так вот на потолке, либо на стене. Внутри имеется объектив. Достаточно качественно он проработан. Ну, с расстояния 1-2 метра уже практически невозможно отличить ее от реальной камеры. Для большей убедительности можно проложить от камеры еще провод, уходящий в стену. Потому как если вы установите камеру на толстой 70-сантиметровой, допустим, стене, а с другой стороны и не будет выходить кабель, либо понятно будет, что кабель невозможно протянуть через такую стенку, то злоумышленник поймет, что эта камера не настоящая. То есть для большего эффекта рекомендуется проложить кусочек кабеля, уходящего в стену. Тогда уже фактически невозможно будет отличить эту камеру от настоящей. Да никто и не будет пытаться этого сделать, потому как человек, увидев, что за ним возможно и скорее всего наблюдают, просто предпочтет покинуть охраняемый объект. На этом все. Смотрите мои видео, подписывайтесь. Ниже в описании видео я оставил ссылочки, где можно заказать данную камеру. Всем пока, до новых встреч!